Пушкинфа. Вот нам этот район в этом году 50 лет. Самый большой район нашей столицы южной. Носит имя гениального сына нации. По сути дела, одного из духовных лидеров вместе с Алиханом Бухихановым и с упомянутым мною Абдулла Акан, Абдулла Акрузубакиевым. Поэтому для нас вот почетно, для потомков, присутствие среди вас. Меня еще поражает вечная такая долгая дружба между казахами и уйгурами. Не нужно забывать, что из всех восточных народов уйгурский народ дал письменность. Чагатайский язык на дороге не валяется. Уйгурский народ дал миру и Махмуда Кашгари, и Юсупа Баласугуни. Киргизы взяли и на 1000 сомов портрет его нарисовали. Он не киргиз. Он не киргиз, он достойный представитель уйгуров. Я должен сказать, что когда мы говорим о других людях, бесспорно появляется мысль, в самом деле ли это так. Я могу смело сказать, что Наваи тоже принадлежит уйгурам. Поэтому надо кланяться тем вещам, которые рядом. Надо кланяться двум уйгурским каганатам. Далеко было до казахских вещей, далеко было и до других. Поэтому вот эта вечная дружба, она надсадно в каждом из нас присутствует. Я, вот, возглавляемая мною в Академии журналистики Казахстана, это 66 тысяч журналистов государства, мы единогласно в этом году учредили премию одного из достойных сыновей нации Юлдаша Азаматова. Поэтому вот премии были даны известным людям, представителям уйгурской интеллигенции, тем людям, которые продолжили дело Юлдаша Ака. Вот в этом году мы это продолжим. Я считаю это для себя огромной честью жить рядом с вами и поклониться излишний раз уйгурскому народу. Туған кезде ата-бабаларымыздың айтқан сөзі бар екен.